Событием этим все село живет, и гимн России над страной плывет. Это действительно событие для маленького села. Когда-то в этих стенах работала начальная школа. Она вела свою летопись еще с 1907 года. Ребят из окрестных сел и хуторов грамоте в ней обучал отставной солдат, фамилию которого история не сохранила. Со временем здесь образовался детский сад. Здание обветшало. Для местных жителей было важно сохранить это почтенное учреждение. На дорогостоящий ремонт в бюджете Яковлевского сельского поселения средств не хватало. Проблему помогли решить спонсоры. Проблема ремонта была очень актуальной. Сделано очень многое. Поменяли кровлю, поменяли окна, сделали отмостки, водосточку, поменяли входные двери. Все расходы по ремонту детского сада на себя взяла группа компании «Авида». Ее руководителю Елене Романенко глава администрации Новоскольского района Андрей Гриднев вручил медаль за заслуги перед землей Новоскольской второй степени. Что может испытывать женщина, мама, когда сегодня день, такой небольшой второй день рождения этого замечательного детского сада? Конечно, чувство радости и удовлетворения от того, что то, что мы задумали нашей компании, получилось, мы очень старались. То, что детки пойдут совершенно в другие условия. И мы понимаем, насколько все-таки окружающая среда влияет на эмоциональный фон ребенка, на его настроение, на его такой позитивный взгляд. Поэтому, конечно, я бесконечно счастлива, просто как человек, что сегодня наша программа годовая компании «Авида» все-таки посвящена детству и очередной подарок детям от нас, благодарность мы сегодня отдаем. Ну, слава Богу, что это все случилось. С 1 сентября в двух разновозрастных группах в Яковлевском детском саду будет заниматься 30 детей. Это правнуки первых воспитанников этого учреждения. И у них своя благодарность тем, кто сделал их детсад уютным и ярким. Руки золотые и мастеровые, ловкие, умелые, руки трудовые, мастера-строители, поклон от нас примите. Теперь дело за малым – появление на свет новых маленьких жителей в селе Яковлевке. Пусть радость ваш дом, как солнце вливается, мечта пусть любая всегда исполняется. Елена Глотовская, Игорь Доценко. Такой день на Мире Белогорья.